На 13-м километре Сибирского тракта поздним вечером, уже сильно в потьмах, приключилась чисто японская авторазборка. Темный подорожник Mitsubishi Lancer лоб в лоб влетел в первый встречный белый бездорожник Nissan Qashqai. В итоге серьезно покалечились три человека. Все, кроме виновника замеса. Декорация такая. По Сибирскому тракту от улицы Чистой в сторону Компрессорного катился Mitsubishi Lancer. И в трех бриллиантах сидели три человека. Пилот на месте пилота в леворульной япошке, справа от него на месте смертника 50-летняя дама и за ней на заднем диванчике 55-летний мужчина. Спереди? А он здесь сзади, да? Там сзади, да. Да, за ней сидел. В затяжном изгибе Сибирского тракта пилот Лансера допустил косяк. По его словам, он отвлекся от дороги на заднего пассажира. Ну, то есть, по факту, в повороте отвернулся назад и не заметил, как Mitsubishi поволокло по заснеженной трассе на чужую, где в это время волею небес катился первый встречный белый Nissan Qashqai, пилот которого ПДД не нарушал, скорость и дистанцию держал и вообще наверняка строил какие-то оптимистичные планы на вечер. Но им не суждено было сбыться, потому что, по независящим от него обстоятельствам, его правая нога при ударе сломалась и сильно болела. Так что медику скорой пришлось ниссановоду вкалывать в руку анестетик. Кентель, все, молодец. Я здесь не успею, вам не дать. Добывали покалеченного пилота из Qashqai спасатели МЧС. Не обошлось без участия, видимо, главного добытчика Сереги. Давай, Серега. Где он? Серега. Серега, давай, давай иди сюда. Пошел. Давай вон два высоких вместе возьмутся. Ну, одинаковые роды. Тихо, ребята. Мы ногу видишь, не сиди там, сиди. Я не могу, мне просто не больно. Поднимаем, за подмышку он ногу сам держит. Сзаду зайдите кто-нибудь. Потихонечку понесли, понесли. В итоге обошлись без носилок. Три бойца МЧС на руках доставили рулевого Qashqai в карету и усадили. Ногу не трогай! Ногу не трогай. Трогай ногу, я держу у него. Все, маленько, терпи. Отпускай! Все. Дай я выйду. Все. Мы этой операции по вызволению невиновного в замесе Qashqai-вода уделили столько внимания, потому что она была снята на видео в полном объеме. Двух пострадавших в Mitsubishi тоже, как говорят очевидцы, вытаскивали спасатели, но это не запечатлено. Потому скажем сухо, 55-летнего заднего пассажира в тяжелом состоянии с некими серьезными увечьями на реанимобиле увезли в 23-ю нековидную травматологию. 50-летняя пассажирка с места смертника отъехала в ту же лечебницу с травмой позвоночника и грудной клетки. Что касается виновного лансера-пилота, этакого ланселота, то он при ударе отвалился вместе со спинкой кресла на задний диванчик и не повредился.